конечно, Казань сильная команда, мы ожидали, что они были настроены и вышли, и, кажется, их тоже, и мы уже немножко не ожидали, что мы так пойдем. И, ну, 1-0 проигрывали, а потом собрались и повернули игру. Такой хоккей, борьба идет, и они вначале вперед вышли, а потом мы немножко нажали, и пошло в нашу сторону. Ну, я думаю, подготовка хорошая была, мы все в форме и готовы, и главное, молодой коллектив, мы все хотим, у нас воля к победе есть, и мы стараемся это каждую игру доказать. Ну, атмосфера, конечно, позитивная, когда вот, выигрываешь, как всегда, хорошо. Главное это поддерживать, и даже если когда потруднее моменты в сезоне будут, тогда тоже позитивно оставлять.